Привет! Ну что, сегодня мы вылетаем в Одессу? Для того, чтобы устроить там настоящую жару. Никто не выспался. Ребята, мы спали всего 2 часа. 2. Кстати, летим мы через Минск, через мою родину, родную белорусскую картоху. Смотришь в глаза мне, что-то хочешь сказать, но... Вот это я не ставлю. Я вообще, знаете, командир блогов. Я решаю, что будет во влоге, а что нет. Вот то, что ты сейчас до этого делала, не будет. Что опасно писать. Прямо перед посадкой вдруг меня утащит говномонстр. Беларуси! Достаточно. Ребят, мы заселились, и я вместе с вами захожу сейчас. И это все мое, и я тут буду одна. Главное не проспать выступление. Мы, короче, приехали на саундчек. Сейчас будем пробовать звук. У нас саундчек. Мы уже померили одежду Levi's, и сегодня будем в ней выступать. Куча-куча народу. И мы. И 4 микрофона. Вот у нас стал день, когда мы уезжаем, и Одесса нас провожает ливнем. Она не хочет, чтобы мы уезжали, слепо, и мы не хотим. Одесса! Бегать, тапочка!